Гигантские ЧПДЛ привлекли внимание, едва появившись из машины ГАИ. Между тем, ростовые куклы на центральных улицах города – не просто развлечение, а специально спланированная акция. Проблема нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями весьма актуальна для нашего города. Они везде переходят, практически нарушают с мала до велика. То есть и пенсионеры, и школьники, хотя в школах ведется работа, большая работа ведется педагогами. Работа ведется, но школьники продолжают перебегать дороги, где вздумается, невзирая на знаки дорожного движения. А ведь негативный пример подают сами взрослые. Вот один из случаев, когда бабушка с внучкой переходит проезжую часть в неположенном месте. Вы же знаете, что вы сейчас подвергаете риску своего ребенка. Ой, ладно, все, внучка, пошли. Начнете мозги парить. Вон, вот, вот, полиция, посмотрите машины, где стоят. Не проехать, не пройти по проезжей части. А ведь такое пренебрежение правилами могло стать роковым. И кто сейчас бы был в ответе за жизнь ребенка? Чему нарушаете? Подвергаете себя риску? Здесь нет расхода. Не лишним будет напомнить, что Госдума повысила размер штрафов за такие нарушения ПДД. Нерадивые пешеходы будут платить 500 рублей, а водители – 1500. Возможно, такой удар по карману заставит подумать и о собственной безопасности на дороге. Сотрудники ГИБДД надеются, что подобные меры повлияют на снижение аварийной ситуации в Улан-Удэ. Елена Власова, Екатерина Капустина. Новости дня.